Всем привет, ребята! И вы на канале Kids Game Show TV. И мы продолжаем играть в игру «Красный шар. Четвертая часть». Давайте-ка спасем нашу красную подружку. Ну что, погнали спасать подружку! Ого, за нами гонится какая ж штуковина! Так, стоять! Ты чуть-чуть не добралась до нас, а? Это штуковина! Так, давай! Опа-на, успел я первый! Отлично, у нас там уже... Ой, так стоять. А что это там за лесенка? Что, покатились по лесенке? Вау. Так, все, что-то мы там открыли. Ого-го, Чика, ай-яй-яй-яй. Видишь, какая ты, Чика. Хотела тут. Так, тихо-тихо, сохранялочка, отлично. Угу. Ой-ой-ой, психушки эти. Все. Ох, катимся. Главное тут резко не прыгнуть. Угу. Ой-ой-ой. Да что ж это было? Ну что, дружочек, я вижу, ты счастлив. Скоро мы узнаем, кто похитил твою принцессу. И что ж ты за злодей-то такой? Ага, все. Так, я вижу, ты мега счастлив, да? Ну, давай собираем звездочки. Покатились. Катимся. Так, все, падаем. Что же там у нас? Что же у нас? К чему же быть готовым, да? Синий ключик. Ого-го! Ну что, мой красный друг, и что же нас с тобой тут ждет? Так, ты давай потише. Все. Так. Ага, взяли мы. Ой. Все, сохранялочка. Так, погнали, сейчас будем Чику нервировать. Давай. Давай, Чика. Что ты, какая храбрая, кроме кексов своих. Ага, ого, какие кексы-то как долетают-то. Ну, давай. Так, другие Чики уже подражали. Так, все, ничего, но дело-то... Угу. Ага. Ой! Фух! Пронесло! Но не все так просто, как кажется, да? Ну что, дружок, погнали вверх! Ой, простите, мадам, мы не к вам. Не хотим ваши кексы. Так, звездочка, ну как бы тебя взять? Ага, взяли мы звездочку. Ага, тихо. Давай. Все, получилось. Взяли ключ. И вниз. Где там наша? Опускаемся вниз. Что же нас ждет дальше? Ну, дружочек, собираем звездочки. Эх, главное нам бы тележку затолкать. Вы только посмотрите, сколько тут у нас шипов. Да уж, непросто нам тут будет, непросто. Ну-ка, давай-ка еще разочек. Вот, все, тележку мы затолкали, еще бы самим бы отсюда выбраться. Да неужто ли у нас получилось? Ага. Все, психанули эти. О, какой наш красный шарик счастливый. Ну что, может попрыгаем тут? Отлично, у нас получилось. Главное нам бы теперь самим бы. Ох. Ключ взяли. Ну, до звезд нам не дотянуться. Ну да и ладно, сохранялочка. Погнали дальше. Так, кто-то у нас психанет. Ага. Да, не просто будет. Давай запрыгивать. Все. Эх. Мы тяжеловаты для лесенки. Тяжеловаты. Ой-ой. Так, давай-ка. И быстренько на другую сторону. О, все. Кексы. Ай. Сразу две отняли. Какие-то непутевые. Ну сейчас мы, да что ж это такое? Как бы к этой лестнице прилипнуть. Все. Нех, не все. Давай, вот, все, прилипли. Никак не можем удержаться мы на этой лестнице. Да что ж оно такое-то, эта лестница-то? Все. Ой-ой-ой, да не все, ребятки. Там у нас еще с двух сторон шипы. Ох, это нам как усложняет задачку. Нам нужно еще пролететь красиво. Так красиво. Чтобы наши шипы не задели, не поцарапали. Все,
Красный, постой. Подумай. Ура! Все, мы прошли. Ага. Так, психопатки. Ай-яй-яй. Ну что, чики, что-то вы тут разрычались. Даже, наверное, моего голоса не слышно. Так, давай-ка, давай-ка, красный, давай наверх. Ура, получилось, красный. Молодец, умничка. Теперь нам нужно взять ключ. Все, расслабься, глубокий вдох. Так, нам еще тут нужно запрыгнуть-то. Что ты не можешь никак спрыгнуть с этой лестницы? А ты что ли боишься? Не бойся. Расстояние тут у нас маленькое. Ключ взяли и вниз покатились. Ой, ребята, на этом я с вами пока прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вы только посмотрите, была у нас Чика, а теперь в следующий раз у нас будут кексы. Но в следующий раз мы с вами обязательно доберемся до главаря. Так что не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока.